Привет, путешественники! Меня зовут Яков, и в этом видео я вам расскажу о том, как добраться с Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге до аэропорта Пулково, используя метро и автобусы 39 и 39 экспресс. Но перед тем, как мы начнем, прошу подписаться на мой канал, потому что в своих видео я рассказываю не только про то, как и куда добраться, но еще и о том, что можно посмотреть и куда сходить в разных городах. Итак, поехали! Заходите в метрополитен, станция Ладожская. Пройдите турникет и спуститесь по эскалатору вниз. После эскалатора надо выбрать одну из двух платформ. Спасскую, которая слева, или Дыбенко, которая справа. Выбирайте Спасскую, потому что от Ладожского вокзала вам надо доехать вот по этой оранжевой ветке сначала до Спасской, перейти на Сенную площадь, которая находится уже на синей ветке М2, а оттуда доехать до Московской, от которой уезжают автобусы до Пулково. Итак, вы оказались на левой платформе. Здесь нужно сесть в один из последних вагонов, потому что так на выходе из Спасской вы окажетесь максимально близко к переходу на Сенную площадь. На стене за рельсами можно увидеть подсказку. Вот вы находитесь на Ладожской. Отсюда поезд движется в левую сторону. Это можно понять по двум стрелкам, указывающих, в какую сторону едет поезд, и по цвету ветки. Вот смотрите, от Ладожской до Спасской весь путь окрашен в оранжевый цвет, а название станции в ярком черном цвете. Это значит, что поезд будет проезжать все эти станции. А вот от Дыбенко до Ладожской все в сером цвете, потому что поезд уже проехал эти точки. Соответственно, в самом конце пути станция Спасская, на которую вы и едете. Вы приехали на Спасскую. Выйдя из поезда, поверните налево. Чтобы быть уверенным в том, что вы движетесь правильно, обращайте внимание на висящие таблички, на которых должно быть написано «Сенная площадь». Вот она, первая табличка-указатель. А вот второй указатель. Значит, вы идете в правильную сторону. Когда спуститесь по лестнице, поверните налево и обратите внимание на эти указатели. Левая платформа ведет на Купчино, с правой мы уедем на Парнас. Какая из них наша? Снова обращаемся к карте. Сейчас вы на Сенной площади, а вот Московская, которая вам нужна. Через одну станцию после Московской находится Купчино, значит, выбирайте платформу слева Купчино. Напоминаю, что вы сейчас находитесь на Сенной площади. Тут надо сесть в самый первый вагон, чтобы снова оказаться ближе к нужному выходу, когда приедете. Когда вы приедете на Московскую, выйдите из поезда и сразу поверните направо. Идите прямо до эскалатора и поднимитесь наверх. Выходите в длинный тоннель и направляйтесь по нему прямо до конца к лестнице номер один. Так как именно лестница номер один выводит прямо к остановке, с которой уезжает автобус в аэропорт Пулково. А вот вы оказались на первой развилке, и если вы не уверены, куда двигаться, обратите внимание на указатель, который подсказывает, что автобус в аэропорт – это надо двигаться прямо. Вот еще подсказка, что на этой развилке нужно повернуть налево. Поворачивайте налево, чуть дальше вы увидите, что это нужная нам лестница 1. Поднимитесь и направляйтесь к остановке. Это режимы работы автобусов 39 и 39 экспресс, которые нужны, чтобы попасть в Пулково. А вот и сам автобус 39, автобус-гармошка, что отличает его от других автобусов, которые тоже останавливаются на этой остановке. Все, садитесь в него и спокойно езжайте до конца в Пулково. Я надеюсь, что это видео поможет вам добраться с Ладожского вокзала до аэропорта Пулково. Кстати, друзья, для вас я подготовил еще одно большое видео про Санкт-Петербург, а именно про 40 интересных и необычных мест, которые можно посмотреть в этом городе. Нажимайте по вот этой всплывающей подсказке, или же найдите в описании под этим видео ссылку на это видео, и приятного вам просмотра. Ну а на этом у меня все. С вами был Яков Ли, прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока!